Франция готова к диалогу с Россией. Об этом заявил в Москве глава французского МИДа Жан-Ив Ледриан. В российской столице после многолетнего перерыва возобновляется работа двустороннего совета сотрудничества по вопросам безопасности. Вместе с Ледрианом туда прибыли министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли и генеральный секретарь французского совбеза Клер Ланде. По словам Ледриана, Париж приступает к возобновлению диалога без наивности и с пониманием того, что это займет долгое время. Французские министры подчеркивают, что одна из ключевых тем для них – урегулирование конфликта на Украине. Глава Минобороны, в свою очередь, заявила о чрезвычайной важности сотрудничества с Россией по нормам поведения в киберпространстве и в космосе. Еще два месяца назад Флоранс Парли обвиняла Россию в слежении за французскими спутниками и в нарушении их работы. О курсе на сближение России и Франции на самом высшем уровне заговорили в августе, когда Эммануэль Макрон пригласил Владимира Путина к себе перед саммитом Большой Семерки. В понедельник стало известно, что французский президент принял приглашение российского коллеги приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в следующем году.